Уважаемый зритель, события последних лет показали, что жизнь солдата, милиционера, офицеров напрямую зависит от степени владения приемами стрельбы из боевого оружия. В предлагаемом вашему вниманию фильме рассматривается система и методика обучения приемам стрельбы из автомата, СВД, пистолета, позволяющая военнослужащим и сотрудникам органов внутренних дел выполнять любую боевую задачу по защите Родины. Надеюсь, что государственные органы будут заинтересованы в быстром внедрении предлагаемой системы в боевую подготовку личного состава, войск и органов внутренних дел.